Друзья, всем привет! Я знаю, что это не Shadow of Fight 2, и многие, скорее всего, ждут от меня именно эту игру. Если да, то, пожалуйста, напишите об этом в комментариях, и давайте наберем хотя бы 20 лайков под этим роликом. Тогда я пойму, что вы действительно хотите ролик по Shadow of Fight 2, возможно, даже накинете каких-то идей по Shadow of Fight 2, что вы хотите именно увидеть в моем исполнении. Вообще, друзья мои, это Marvel Spider-Man Remastering, то есть это игра про Человека-паука, причем в отличном качестве, с отличной графикой. Здесь также много боевых сцен, сцен драк, между прочим, Человек-паук дерется не хуже, я думаю, Тени. А также, что, друзья мои, здесь еще здесь, все вы это можете наблюдать в 2К. А также вот я здесь все с вебкой играю, различные паучьи приемчики использую. В общем, ребят, приятного просмотра. Ставьте лайки, пишите комментарии. Спасибо. Not bad, not bad. Good. Good. Oh. Ой, ёшка, матрёшка. Разозлили дядюшку паука. МДжей, я тут. Мне удалось разузнать только одно имя. Доктор Морган Майклс. Морган Майклс? Кто он такой? Точно не знаю. Но вроде бы он работает над проектом «Дыхание дьявола». Ты нашла что-нибудь в той папке? Да, представляешь? Пару лет назад Осборн пришел к Фиску и попросил его построить подпольную лабораторию. Секретную? Для дыхания дьявола? Если это правда так опасно, то неудивительно. И где она? Этого в папке нет. Осборн убедил Фиска уничтожить всю документацию. Time Square? Удалось раскопать только квитанции о переводах с личного счета Осборна на счет строительной компании Фиска. Тот сохранил их как компромат на мэра. Все нити сходятся к Норману Осборну. Кажется, пора нанести ему визит. Так, я знаю, как попасть в офис Нормана. Прежде чем идти туда, нужно отключить охранные системы. Но если меня заметят, они все перекроют. Думаю, я смогу взломать защитные модули, находясь снаружи. Это сетевые кабели. Надо проследовать за ними к защитному модулю. Ах, защитный модуль. Кажется, в здании их 4 штуки. Так-то лучше. Что за счет? Группа охраны, ответьте. Команда Соболь-Альфа ждет приказа. Похоже, перебои с электричеством. Понял. Следите за внешним периметром, пока мы ищем причину неполадок. А я-то думал, будет легко.
Всем группам Соболя. Похоже, у нас сбой в программе. Вызываем специалиста. Вижу цель. Это Человек-паук. Оу. Жестко. Но справедливо. Так, на эту штуку нельзя попадаться. Вижу цель. Это Человек-паук. Вас понял. Продолжаю обход по внешнему. Блин. То есть, чтобы не заметили, я понял. Окей. I understand. Это парадокс. Всем группам Соболя. Похоже, у нас сбой в программе. Вызываем специалиста. Вас понял. Продолжаю обход по внешнему. Что? Всем агентам. Кто-то берет под контроль наши системы. Запускаю протокол Дельта. Черт, в наши дни дроны есть у всех. Да. Стало еще сложнее. Доложите обстановку. Внешний периметр, все чисто. Вы все еще считаете, что это программная проблема? Мы оцениваем ситуацию. Сохраняйте текущий уровень тревоги. Так, еще два модуля. Всем группам Соболя. Есть небольшая вероятность, что к нам проник нарушитель. Мы анализируем данные. Будьте начеку. Вас понял, контроль. Блин, сейчас будет близко. Вот он. Проклятие. Еще одна подсистема отключилась. Проверить внешний периметр 85-го. Вас понял. Птичка на подлете. Еще птичка на подлете. Зашибись. Вперед. Привет, МДжей. Я тут занят. Слушай, я, кажется, знаю, где Чарльз Стэндиш. Думаю, я смогу его разговорить, если доберусь до него. Он знает о докторе Дилане и, вероятно, о Моргане Майклзе тоже. Хорошо, только не делай глупостей. Кстати, о глупостях. Надо найти последний модуль. Вот и последний. Что ж такое-то? Не могу никак подойти нормально к этому. Oh, yeah. Все. Теперь можно заглянуть в офис Нормана. Надеюсь, я узнаю о Майклзе и дыхании дьявола. Внешний периметр чисто. Перейдем к режиму блокировки. Не сейчас. У мистера Осборна важный разговор по телефону. Продолжайте наблюдение. Там должен быть кто-то. Тут ничего, только мы, пауки. Только на пауке. Переключусь на защищенную линию. Я на шаг впереди тебя, Уилсон. Мои люди проверили все твои файлы. Если ты попытаешься раскрыть детали той сделки, это будет твое слово против моего. А за решеткой не я. Минутку. Норман говорит с Уилсоном Фиском? Статуя Нью? Ты вообще о чем? Статуя Нью с аукциона. Вероятно, они говорят о бабке, найденной МДжей. Джекпот. GR-27. GR-27. Научный руководитель доктор Морган Майклс. А вот адрес лаборатории убран. Структуры ДНК с искусственным интеллектом? Если это работает, это же лекарство от любых генетических болезней. Муковисцидоз, хорея Хантингтона. С ума сойти! Damn. The good. The bad. Жуть. О! GR-27 — это дыхание дьявола. Создавалось как лекарство, но в нынешнем виде больше похоже на оружие. Единственный образец Майклс всегда держит при себе, потому Ли и хочет до него добраться. Где Майклс, там и дыхание дьявола. Это интересно. Паучий взлом. Пройдено.
И мы получаем 3000. 3000 и... Я тут почти вслепую летаю. Где-то должны быть охранные вышки. Нет охранной вышки. Привет, Пит. Как дела? МДЖ, дыхание дьявола не оружие. Оно создавалось как лекарство от генетических заболеваний, но в нынешнем виде оно настолько сырое, что убивает тело, пытаясь его вылечить. Надо найти доктора Майклза. Нельзя доверить Соболю такую опасную субстанцию. Возможно, я нашла зацепку. Чарльза Стэндиша держит на базе Соболя в Центральном парке. Если кто и знает, где находится Майкл, то это финдиректор Аскорб. Я пытаюсь добраться до него. Добраться? Там же полно охраны! Как ты собираешься добраться до него? Очень-очень тихо. Мне пора, партнер. Проникнуть в логово Соболя. Это может кончиться плохо. Мне нужно в Центральный парк. Это важный момент. А, похоже, это док. Тела. Подумай, чего может достичь этот ум, если освободить его? Разрабатывая наш нейроинтерфейс, мы должны думать шире. Мало просто заменить изношенные части наших тел. Мы должны думать о новых возможностях проникнуть в разум. Никогда не слышал от Дока таких эмоций. Надеюсь, он не слишком увлекся. Ну что ж, док. Где же ты, МДЖ? Zero. Черт. 15 минут умирания. Добраться? Там же полно охраны. Как ты собираешься добраться до него? Очень-очень тихо. Мне пора, партнер. Стэндиш где-то там. Надо пройти мимо охраны. Пора испытать приманки Пита. Приманки Пита. Та дырка в заборе выглядит многообещающе. Надо только отвлечь охрану. И кому пришла в голову идея засунуть плату? Что это? Надо уходить. И быстро. Пойду проверю гостя. Жди здесь. Понял? Гость. Видимо, это Стэндиш. Он где-то здесь. Уже мерещится. Надо отвлечь его от лестницы. Вообще пух. Чуваку похоже. Да уж. Это не Хитман, конечно. Что это? Демоны убивают всех, кто связан с дыханием дьявола. Стэндишу грозит опасность. Стэндиш, я так и знала. Надо попасть в эту палатку. Поймала. Надо идти. Стэндиш под контролем, мэм. Заблокируйте всю связь. И
никаких утечек в прессу про Майклза или дыхание дьявола. Есть. Она нервничает. Похоже, Стэндиш знает что-то про доктора Майклза. А он в кофе сейчас. Черт, генератор накрылся. Он скоро вернется. Как обстановка? Конвой будет готов? Все в порядке. Сразу было близко. Мы переместим Майклза в новое убежище. Они перевозят его. Надо узнать, куда, пока мы не потеряли след. Заводи машину. Надо было быть в городе полчаса назад. Понял. Выезжаем. Грузовик сейчас поедет. Будет мне прикрытием. Стойте! Вперед, вперед! Не успел. Заводи машину. Надо было быть в городе полчаса назад. Понял. Выезжаем. Вперед, вперед! Получилось. Да. Пасная чекуля. Группы Браво и Чарли готовы сопровождать доктора Майклза. Пошли еще две. У него единственный образец дыхания дьявола. Я не хочу отвечать за эпидемию. Так точно, мэм. Неважно, сколько людей у Соболь. Она не сможет остановить Мартина Ли. Стойте! Я вообще в наду. Ну это, да, это был перебор, наверное. Ладно. Группы Браво и Чарли готовы сопровождать доктора Майклза. Пошли еще две. У него единственный образец дыхания дьявола. Я не хочу отвечать за эпидемию. Что это было? Да, классная штука. Кажется важным. Еще и бесконечно. Убежища. Если доктор Майклз в одном из них, Стэндиш может знать в котором. Надо двигаться. Вот палатка Стэндиша. Не верю, что Майклз просто носит с собой дыхание дьявола. Возможно, может... Опять? Блин. Жестко. И чё, и как? Теперь. Что-то я вообще хз. Ладно. Стойте! Ну да, наверное, надо с этим грузовичком. Вот палатка Стэндиша. Не верю, что Майклз просто носит с собой дыхание дьявола. Осборн больше никому не доверяет его хранение. Опять? Да что не так? Контроль, доклад. И чё, и как, что? Да. Да блин, я не знаю. Кого мне? Отлично, больно много... Всяких тут развелось. Контроль. В квадрате чисто. В квадрате чисто. Двигайся. Опасно. Ну, давай.
делать? Да что ты будешь делать, а? Ну да. Да, нормально. Пацаны немножко могут. Вот палатка Стэндиша. А, то есть нахать сюда, что-то ну. Далеко. Опять? Да что не так с этим светом? Двигайся. О, опасно. Яй-яй-яй. Ну, давай. Вообще этому пофиг. Контроль, я что-то слышал. Веду обход. Блин, еще этот хрен там. Да. Что за черт? Стойте! Да какого Линделёфа? Я же был близко, вот-вот. Окей, вот еще палатка раз. Стэндиша. Не верю, что Майклс просто носит с собой дыхание дьявола. Осборн больше никому не доверяет его хранить. Опять? Да что не так с этим светом? Двигайся. О, опасно. Ай-яй-яй. Ну, давай. Ну так я не знаю. Что это было? Контроль, я что-то слышал. Веду обход. Есть. Есть. Ну что, представьте лайки, подписывайтесь на канал. Это было неплохо. Кто это у нас? Чарльз Стэндиш? Мать моя! Чарльз Стэндиш. Чарльз, где доктор Морган Майклс? Вас прислал Ли. Так ведь? Нет. Он хочет меня убить? Скажите, чтобы он сделал это сам. Я не работаю ни на демонов, ни на Соболя. Я журналист. И я хочу остановить Ли, как и вы. Мэри Джейн Уотсон. Я читал ваши статьи. Соболь не послушает. Она отправила Майклза в Бауэри. Завтра в полдень его перевозят в новое укрытие. Но она забыла про центральный вокзал. Центральный вокзал? Друзья, огромное спасибо, что вы досмотрели до этого момента. Если и так, то, пожалуйста, напишите в комментариях, это реально интересно. Тогда я точно пойму, что вы досмотрели до этого момента. Значит, вы огромные молодцы, вы посмотрели ролик целиком. Пожалуйста, ребят, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Друзьям рассказывайте, колокольчик нажимайте. Подписывайтесь на все наши другие каналы, другие соцсети. Все ссылки есть в описании. Также, кто хочет нас поддержать финансово, можете задонатить, также можете отправить какое-то сообщение, что-то прорекламировать. В общем, отправляйте. Ссылки есть также в описании. Спасибо.